Константин, Керчь-ФМ, у нас активный Керчь-ФМ. Константинская лестница заросла грязью, клумбы сорняками. Значит, действительно, беда. Заложили средства, вот сейчас сессия вчера была, заложили средства, там порядка, по-моему, 1,5 миллионов на содержание лестницы, как Константиновской, так и центральной нашей Митридатской. Сегодня уже комиссия прошла, посмотрела на те недостатки, которые там есть, заложили средства, будем приводить в порядок, содержать ее. Дорогое удовольствие, конечно, содержать такие объекты, но что делать, приходится. А те случаи, когда плитка там отбита и несоответствие материала, я разговаривал сегодня с Сергеем Валерьевичем, будут оказывать нам помощь и взаимодействие, чтобы подрядная организация, та, которая выполняла, или ее руководители приводили в порядок то, что касается строительной части, там, где идет разрушение. А заросли, сорняки и мусор обязательно, ну,